Labadiena. Labadiena. Sveiki atvykę. Ir ačiū. Į sveikatą. На папу посмотри. Вы у нас тоже бывали? Я на папу знаю, посмотри. Посмотри на папу. Да не слышит, он увлечен. Увлечен. Знаете, как этот инструмент называется? Молодцы. От нас-то тоже очень жмешей. Мастер вырос, он выучился и работал долгое время на заводе по производству глиняных изделий. А сейчас он открыл собственную мастерскую. И вы видите, как одно движение руки меняет полностью глину. Работа очень тонкая, требует внимательности, терпения, усидчивости. Раньше, когда в средневековье этот станок не был под электричеством. Представляете, какая сложная работа была? Нужно крутить было огонь, делать руками, думать головой, фантазировать. Сейчас на глину наносят основу для рисунка. Эта основа состоит опять-таки из глины, разбавленной с водой. Болгарская техника роспись отличается от многих стран, потому что рисуется на мокрую глину, рисунок наносится. Сейчас мастер начинает работу с красками. Нужно быть не только мастером, но еще и фантазером. Должна быть художником, должна быть развита фантазия. Теперь они дооформляются в каждую точечку по точечке, еще по точечке, еще по точечке. Сейчас тоже интересный маленький фокус. Один движение руки превращается в... Да. Этот предмет снимает, отсоединяет от станка. Кувшинчик. Вау! Когда он подсыхает, выдавливается специальная ручка на этом станке. Приклеивается специальным клеем. Это изделие выпекается при различных температурах, там дальше в тех печах. Первый раз 800 градусов, второй раз 1000 градусов. Тогда изделие обретает вот такой вот красный цвет, видите, как вот здесь. И потом его уже наносит глянец на него уже, это последний слой. Это техника болгарская, ее используют и в кондитерских целях. Сейчас используют и в ногтепластике. И потом, когда выпекается, это экологически чистый продукт.